О чем говорят наши ногти? Ноготь – это пластина, состоящая в основном из ороговевшего белка кератина. Здоровые ногти – ровные, гладкие, розовые, слегка блестящие. Продольные полосы на ногтях сообщают о несбалансированном питании и плохой всасываемости полезных веществ из пищи. Белые пятнышки – недостаток цинка или кальция. Белые отметины могут быть признаком грибкового поражения ногтевой пластины. Если ногти внезапно побелели, проверьте пищеварительную и сердечно-сосудистую систему. Обратите внимание на печень. Чрезмерная краснота укажет на излишек красных кровяных телец, желтизна – на слабость печени или на проблемы с эндокринной системой. Синюшность говорит о недостатке кислорода, низком уровне гемоглобина или плохом кровообращении. Бесцветные ногти – свидетельство стресса и аллергии. Следите за своим здоровьем!